Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников. «Дама под вуалью» – портрет жены художника Сюзанны Рослин. Автор Александр Рослин. 1768 год. Дерево, масло 65 на 54. Шведский художник-портретист Александр Рослин родился в городе Мальме. В возрасте 15 лет он переехал в Стокгольм, где поступил в обучение к придворному живописцу Георгу Шредеру. Украшение экспозиции Национального музея Швеции – картины мастера «Дама под вуалью». Она является портретом его жены, художницы Сюзанны Рослин, с которой творец сочетался браком в 1759 году. Вместе они воспитывали шестерых детей. Из-под черной шелковой вуали Сюзанны видны напудренный парик и розовое традиционное платье. Держа в руке красивый сложенный веер, она отодвигает ткань, открывая лицо. Эта игривость, даже некоторая театральность портрета, служит хорошей иллюстрацией любимого времяпровождения аристократии XVIII века – посещения представлений. Ну вот такое описание нашел к работе Александра Рослина «Дама под вуалью» – портрет жены художника Сюзанны Рослин. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Текст по книге «Великий музей мира». До свидания. Хорошая картина.